Всем привет. Привет. Как дела? Хорошо. Что мы сегодня будем показывать? Компьютер. Мы что сделали с компьютером? Upgrade. Апгрейд, правильно. Мы сделали наш компьютер апгрейд. А что входит в апгрейд? Что мы сделали? Радужная клавиатура HB. Мы купили, значит, нашу радужную клавиатуру RGB. Вот она. Сейчас мы включим, покажем. У этой клавиатуры очень много функций. Она горит совсем хаотично, разными цветами. Я думаю, 120 там. Там от 20 функций мы вам покажем. Потом что мы сделали? Потом радужная мышка. Мы купили радужную мышку, которая тоже RGB, которая горит. Тоже покажем. Потом? Радужные анушники. Радужные анушники. Вот это наши анушники с микрофоном. Тоже радужные. Потом? Потом. У компьютера есть новые три кулера. Кулера. Да, значит, мы поставили новые кулеры. Значит, у нас три вон там. И зеленые сверху три. Сверху три. Потом что мы купили? Потом что купили? Угу. Камеру. Кроме камеры что купили? Телевизор. Новый телевизор взяли. Вот он, монитор. Это не телевизор, это монитор. Мы взяли новый монитор. Ну, включи, покажи свой компьютер. Это самое интересное только. Самое просто. Вот. Ну, сходил бы сразу в середину, ну, потому что было ровно. Угу. Как тебе непонятно телевизор? Вот наша радужная мышка начала гореть. Вот клавиатура начала у нас гореть. И мышка. И мышка. И все. Сейчас. Включается. Вот наш новый монитор. Windows 10. Windows 10. Наши анушники. Значит, название всех этих девайсов будет отображено в видео. По памяти не помню. Я хотел купить все самое лучшее, все самое дорогое, чтобы это продлилось не 10 дней, а год-полтора. Работало все красиво. Но наши друзья посоветовали не брать для начала все самое топовое. Попросили, точнее, посоветовали взять для начала простые, простую клавиатуру, простые. Но они тоже не простые, у них тоже цена в пределе около клавиатуры 100 манат, но были еще дороже клавиатуры, по 200. Ну, прислушался я к ним, взяли только вот это. Значит, Ямран, давай покажем то, что вот здесь. Значит, у нас, если помните, в старом видео все вот это было горело, но у нас кулера, которые были сверху и по бокам, они были не RGB, и они не горели, не светились. А сейчас они горят в красный цвет. Вот три кулера здесь и три кулера сверху. Вот это мы поменяли. Сейчас за верхушку тоже покажем. Вот сверху вот такой эффект. Придает красоту компьютеру, придает игровой вид и очень даже красиво смотрится. Дальше, Кемран, покажи, какими цветами горит наша клавиатура. Значит, это первая функция. Это вторая функция. Это вторая функция. Это третья функция. Это что делать? Просто горит? Да, это просто горит. Ага, четвертый покажи. Вот это. Руку убери, чтобы было все видно. Угу. Потом. Вот такое, ничего не двигается. Ага, потом. Потом вот такой. Это тоже красивый эффект. Потом. Что-то не получилось. Значит, здесь просто цвета горят, меняются. Дальше. Это... Затухает, загорается. Потом. Вот такой. Потом. И вот такой. Нажми на любую кнопку. Вот такой. Нажми пару раз. Когда печатаешь, все автоматом горит. Потом. Нажми на кнопки. Видишь, счастье, какую нажимаешь? Нажимай.
перестал гореть. Именно какую клавиатуру нажимаешь, какую, загорается именно та, которую нажимаешь. Дальше. Нажми клавиатуру. Горизонтально. При нажатии кнопки горизонтально загорается вся эта панель. Дальше. Я думаю, это самая хорошая, красивая такая. Это не сработало. Нет. Вот такой. Больше нету? Нет, есть. Ой. Нажми, ничего, нажми. Что-то у нас... Подождите-ка, вот так сделаю, потому что не вышло. И опять вот такой. Значит, купили еще такой коврик фирмы Havit. Мы хотели коврик с RGB, RGB, или как это называет, каждый по-разному называет, RGB, RGB подвеской, подсветкой, извиняюсь. Но, к сожалению, в Баку мы ее не нашли. Все были с подсветкой маленького размера, а таких больших нету. Теперь в будущем или мы закажем это с интернета, или же будем любоваться только вот этим, что у нас есть. Значит, еще раз посмотрим на твои наушники. Наушники 7.1 красиво горят. Ночью шикарный вид. Мы сегодня ночью для вас снимем кадр, как это все смотрится. Ночью более красивее все это смотрится. И есть микрофон. На микрофоне тоже лампочка горит. Мышка тоже меняет свои цвета. Здесь тоже много функций, можно менять их, как на клавиатуре. Можно поставить, чтобы вот так загоралось, как пламя. Можно, чтобы мигало. Можно, чтобы конкретно какой-либо цвет выбрать. Красный только, зеленый. Тоже очень функциональная, хорошая мышка. Теперь, что у нас осталось в планах купить? У нас осталось в планах купить игровой стол, игровой стул. Наверное, кресло будет, игровое кресло, чтобы этому... красавчику было удобно играть в игры. У нас есть кресло, но он у нас... старый дом. Значит, у нас есть кресло, но это не конкретно игровое, черное простое кресло. Мы планируем игровое купить, наверное, из фирмы Corsair или что-то такое игровое. Но это еще в будущем. Надо еще присмотреться и найти, так как сейчас из-за коронавируса границы закрыты. Наш шлем виртуальной реальности до сих пор не приехал в Азербайджан. Что? Уже почти вечер. Да. Для игрового процесса нам нужен был большой монитор, он у нас есть. Красивая клавиатура, мышка у нас есть. Красивые наушники 7.1 у нас есть. Что еще, Кямран? Что еще? Руль у нас есть. Это фирма Logitech G27. Достаточно хороший руль хорошего качества. У него, в отличие от других рулей, есть механическая коробка, ручная коробка. В смысле, это не автомат. Можно переключать от первой передачи до шестой, включая задний ход. У него, значит, три педали, как у настоящей машины. Это сцепление, тормоз и газ. Очень качественное покрытие руля. В кожу. Есть лепестки. Одним словом, играй и получай удовольствие, наслаждение. Как-нибудь это тоже для вас снимем, поставим. Кямран любит гонять в гонки, но просто он пока не умеет водить механику, и приходится ему записывать игры, которые только с автомат-коробкой. Ну все. Это наш мини-обзор нашего апгрейда компьютера. Значит, кроме стула и стола нам нужно еще купить три монитора, чтобы создать эффект всего экрана лобового стекла автомобиля. Это три мышки, но еще нужно и три клавиатуры. Не-не-не-не. У нас одна клавиатура нужна, одна мышка и три монитора. Чтобы как будет, если три монитора одинаково будет? Ну да, это можно. Это для игрового процесса создается, чтобы три монитора было. Вот здесь, например, когда игру играешь,
не видишь, например, давай покажем. Вот, например, открою я игру American Truck Simulator для примера. Нажми Escape, пожалуйста. Escape? Да. Подойди. Угу. Escape. Вот здесь вот камранчик. Продолжить игру. Как мы будем? Что? Как мы будем играть? Что? Жули? Или... Не-не, я просто показываю, мы не играем. Сейчас быстро выберем взяться за работу и поехали. Вот, я что хочу сказать. Руля нету, придется вот здесь еще не видно, темно. Давай я закрою шторки и покажу. Если три будет монитора, не нужно будет вот так поворачиваться налево в игре и смотреть на зеркало, что происходит с левой части автомобиля. И не надо будет смотреть вот так на правую часть автомобиля. Все будет автоматом в этих трех мониторах. Или же, если купить виртуальный шлем виртуальной реальности, можно на голове поворачиваться налево, можно посмотреть на потолок, вниз, вверх. И будет все видно. Так как у нас руль не подключен, а может, на Евротрак-симулятор покажем? Нажми Escape, Кэмерон. Молодчина. Сейчас постараюсь объяснить то, что я хочу. Где Евротрак? Вот, Евротрак-симулятор. Escape. Еще раз. Продолжить. Разница Евротрак-симулятора с American Truck Simulator, то, что это происходит в Европе, а то в Америке. И там все стандарты у них разные. Километры. Там здесь километры, там мили. Потом там галлоны, здесь литры. Ну, игра интересная. Здесь тоже темно. Не получилось показать, здесь тоже темно. Вот видишь, поворачиваешь. Нажми Escape, покажем другую игру. Мы, сохраненная версия наших игр происходит ночью, так как мы возим с Ямраном вместе. Давай Project Cars покажем, то, что я хочу показать. Я хочу сейчас играть без Ули. Хорошо, сейчас будешь играть. Кстати, зачем мы не играем в клавиатуре с утра? Ну, у нас на руль же настроен все это, поэтому мы не играем. Тоже интересная игра. Я думаю, что клавиатура тоже будет. Если вам будет интересно посмотреть на плейгейм Кямранчика, просто напишите это в комментариях, и мы будем снимать наши игры от первого лица. Также поставим на верхушку монитора камеру, будет снимать Кямрана тоже с рулем. Если это вам интересно, то без проблем. Нажми Escape. Значит, одиночная гонка. Давай старт. Я думаю, что клавиатура тоже сработает. Дай попробуй. Давай старт. Наушники одни. Что ты мне слышал? Нажми букву Б. Б? Б. Нет, Б. Внизу она. Подожди. Букву В нажми, пусть они поедут. Ничего. Букву В. 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 Нет, левее. Это русская В, английская В. С левой части буквы Б. Ага. Буква G нажми. C. Еще раз. А как менять здесь? Я забыл уже. Руку бери, пожалуйста. По-моему, F. А вот. Вот, 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 вот. Вот я что хочу сказать. Когда три монитора... Видна не только рулевая часть, видна и где зеркала, правая, левая. Вот здесь не видно. Нажми газ, посмотри, едет. Нет, газ впереди вот здесь. Где? Вот.
Нет, настрой на клавиатуре, видишь, не едет. Ну ничего, как-нибудь это с ним не покажем. Нажимается. Нет, не едет. Нажми Escape, выключим, выйдем, да расскажем и попрощаемся. Вот мы записали новые игры, еще пока их не установили. Нажми Escape. Значит, у нас на данный момент Project Cars, Euro Truck Simulator, Battlefield 4, ну, Камран. Я прошел. С начала до конца прошел эту игру и закрыл, молодец. Ну, только мы... City Car Driving, Bus Simulator, это все для руля. American Truck Simulator. Потом BMNG, тоже очень интересная игра, у нее очень реальная графика ударов и аварий. Посмотри, она работает с этим. Работает клавиатура. С клавиатурой работает? Да. Давай покажи один удар. Самый удобный это клавиатура. Клавиатура? Потому что кроме всех машин, это просто клавиатурная игра. В этой игре мне то, что нравится. В этой игре мне нравится... Ну, куда? Это нажми. Ага, потом? Ну, потом сюда. Давай сюда. Это тестовое место. Ага, ты уже все знаешь. Да, это место для теста. Для теста? Вот в этой игре, что мне нравится, здесь очень реалистичные удары машины. Давай вот разгонись. А, точно, вот сюда. Ударься куда-нибудь, чтобы показать, как удар происходит. Ладно. Сделай снутри. Снутри камеру сделай. Кажется, в это. Ага, вот. Теперь разгонись. Я даже не знал, что она без руля может работать. А здесь... Разгонись, прямо езжай. Прямо езжай. Это неудобно. Камеру нужно поворачивать. Ага. Вот так нужно. Разгонись, мне просто снутри покажи, чтобы удар увидеть. Ну, покажи. Я не видимый. Покажи, Камран, камеру. Без раз потому с руля покажи с первого лица. А я-то не знал. Камран. Стоп. Покажи с руля камеру, чтобы показать удар. Вот да, тебе разгонись, езжай прямо, не поворачивай руль. Вот видите? Все ломается. Тебе разгонись еще больше. Вау, я не могу. Назад, дай назад. У него колесо. Давай заново сделай, заново. Нажимай в Теперь держи прямо. Не поворачивай, только вперед. Все. Да, вперед. Не поворачивай. Я не поворачиваю, он сам идет. Вот от ударов. Он сам сейчас идет. Будет удар. Куда? Вот видите, как реалистично все. Вот это и мне нравится в этой игре. Теперь что покажи с другой. Вот видите, вон. Все ломается, как в реальной жизни. Ни в одной игре такого нету, такого реализма. Есть более подходящий, но в такой степени нету. Поставь заново, и теперь камеру с другой стороны. Покажи удара. Ага, теперь разгонись. Поменяй место. Давай в дерево, немного левее. Давай прямо. Полгаз. Газ в пол, точнее, полгаз. Давай, газ. Деревья, вот видите. Все, эскейп, выходим. Вот он, выйти. Руку бери, не вижу. А я вижу, ты все знаешь. Вот. Потом, метро Exodus. Ну, мы ее, эту игру Камранчику мы не разрешаем, так как она очень для психики Камрана очень страшная. Игра рассказывается об эпидемии. Там происходит какая-то эпидемия. И все люди начинают жить в подземелье, в метро. А сверху, что происходит, Ямран? Живут монстры. Живут монстры, которые образовались из-за этой эпидемии. Да. Монстры, зомби такие. Да, очень страшная игра для ребенка в возрасте 7 лет. Поэтому эту я игру... Я думаю, что это там 20 лет можно и 20 плюс. 30. Да, она очень страшная игра. Потом GTA... GTA Автогейш. Да, GTA пятая часть. Потом игры Камрана какие? Roblox, Minecraft. Roblox, Minecraft. И неустановленные у нас игры. Сейчас мы покажем, какие. Games. Нет, это мы установили. Вот. Значит, Assassin's Creed Odyssey у нас неустановленная, мы еще ждем. Потом у нас Battlefield 5.
потом Call of Duty Black Ops 3, Call of Duty, вот это, по-моему, Modern Warfare 2 или что-то, WW, я не знаю, как это, World, ну, не знаю, как это, расшифровка. Вот она у нас осталась. И еще какая была? А, нет, я ее удалил. Это была неинтересная игра. Ну, все. Это был маленький обзорчик нашего компьютера. Всех игр, которые мы записали на наш компьютер. Вечерком я еще раз в ночной... Вот практически сейчас тоже видно, как ночью все светится, но ночью более еще красивее все. Так как сейчас, хочешь не хочешь, оттуда из других мест попадает свет. Ну, думаю, что компьютер мы сделаем прямой эфир. Да, мы сделаем прямой эфир и покажем это все. Добрый вечер. Добрый вечер. А вот для вас... как это все выглядит ночью. Это наши анушники. Это наша клавиатура. Наша мышка. И сам процессор. Ночью вообще красивее. Сейчас весь свет выключен, и все освещение благодаря этой цветовой гамме. Что скажешь, Ямра? Вообще супер. Ночью. Ночью вообще супер. На самом деле. Вообще получил сильное сияние. Вообще получил сильное сияние. Северное сияние? Да, вот. Кстати, вот эту подставку мы взяли сегодня для наших анушников. Ну давай, попрощайся со всеми. Всем пока. Всем пока. Всем пока.